друзья, я предлагаю выпить за то, что съемки нашего клипа не состоялись. В последнее время люди просто слишком часто имеют обыкновение сливаться и сливать планы других людей. Но когда ты играешь в рок-группе, к этому пора бы уже привыкнуть. Для того, чтобы двигаться дальше, как минимум, мы должны создать хорошее представление о себе. Наша проблема состоит в том, что старый материал не совсем отражает то, что мы из себя представляем. Придет новый материал, который нужно записать достойным образом. И, к сожалению, основной критерий требования сегодня к записи музыкальной – это высочайшее качество, особенно если ты группа из Москвы. Соответственно, нам это все встает в копеечку. Плюс ко всему нужно найти человека, которому эту копеечку заплатишь и не пожалеешь потом об этом. У нас были практики, когда мы были недовольны результатом, хотя платили большие деньги. Кроме того, к студии нужно серьезно подготовиться, чтобы, в общем-то, деньги не ушли напрасно. Поэтому кому-то нужно заниматься много на басу. Давно вопрос, что? Где Колян, кстати? На самом деле, я давно наблюдаю за творчеством группы My Rock Band, даже тогда, когда я уже не являлся ее участником. Я заметил, что у них постоянная проблема с барабанщиками, и в одном из первых эпизодов Ника, я помню, упомянул то, что это место проклято. Ну так вот, я хочу сказать, что я проклял это место просто. Выходит, ты Волан-де-Морт? Выходит, да. Исправил ситуацию я тем, что вернулся, собственно, в группу. Ну, мне кажется, это то, что должно быть в моей жизни. Потом мы играли очень долго, три года. Но я не могу вычеркнуть это. Мы вместе росли каким-то образом, как люди, как музыканты. Да, еще какать хочется. Итак, мы наконец определились с составом и репертуаром. Для того, чтобы серьезно начать двигаться вперед, необходимо достойным образом записать материал на студии. Наши песни – наша визитная карточка. Поэтому в этом вопросе не стоит экономить на качестве. При выборе студии стоит наиболее внимательно отнестись к выбору звукорежиссера или саунд-продюсера, человека, от которого по большей части зависит результат. Побрутальнее, чтобы это звучало, еще жестче, насколько это возможно. Чтобы он звучал как основной вокал почти. Можешь так? Попробуй. В двух словах, этот человек помогает музыканту определиться с аранжировкой, звуком, устраняет возникшие косяки и либо превращает говно в конфетку, либо конфетку в торт, либо говно остается говном. Что он там делает? Я нашел конфетку! Где ты ее нашел? На этот раз мы решили записать две новые песни на одной из лучших студий Москвы. На студии «Энергия звука» с человеком, ответственным за звук многих известных исполнителей и знающим, что нам нужно лучше нас самих. Раз, два, три, четыре, раз, два. То есть сначала у нас железки восьмерки появятся, да? Ритмика такая более плотная, насыщенная. А вторая часть, бам, висячка. Вот давай поиграем пока, инструменталом, может быть, послушаем. Нет, знаете что, мне на самом деле надо было кое-что обсудить. Может, поиграем лучше. Ой, как плохо. Поиграйте, что у тебя плохо. Происходит какой-то непонятный ебать. У Косяя сегодня вот день рождения наступил. Thank you.
кузнечик сдох. И все как кузнечик сдох. Он умер как шваль. Он сдох как трел. Дольше над ним мухи летали, ели его труп целый медь.